100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Телеграм по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. Майка CS:GO, баланс 551 рубль. Еще одна безумнейшая попытка поднять ножик с лоу баланса. Сразу скажу, здесь есть ивентик. Сразу скажу, здесь очень много кейсиков, которые мы хотим пооткрывать. Я хочу покунуться прям во все. Сразу просто на 80 для хорошего настроения. И давайте сразу, перед тем, как мы еще не начали, сегодня наша конечная цель — это либо нож, либо перчатки. Давайте сразу. Если ты когда-то... Неплохо. 227 рублей сразу с первого кейса окупил больше, чем в два раза. И если ты когда-то зайдешь на этот сайт, используй промокод ПАПА, потому что помимо того, что это самый большой бонус, 30%, который постоянный, просто используешь промокод ПАПА, окупаешься на 30% постоянно. Так помимо того, что он постоянно тебя будет окупать, он дает самый большой бонус. Поэтому используй его, кайфуй. Вдруг захочешь зайти поиграть, покрутить кейсики, там раздача скинов, поучаствовать, всю эту грязюку поделать. Ну а почему, собственно говоря, нет? Сайт выдает, нужно пользоваться бонусом, потому что бонус очень большой и может не то что окупить, а окупить прям супер классно. Майк CS:GO, второе открытие кейса. И у нас 64 рубля. А музыка пропала. А почему музыка пропала? А пофиг. Блин, можно было, конечно, плюс 2 рубля сделать. Я бы фетишку открыл на 10 раз, но так как не могу открыть, ну его нафиг. Ну давай откроем тогда что-нибудь. Нет, ну на 5 раз мы не можем открывать кейс, потому что вы знаете, ребят, мое отношение, когда мы открываем кейсы. А где звуки? Когда мы открываем кейсы на 5 раз, это слив. Мужики, открывайте всегда на 10. Вот мой совет. Я не говорю касательно других сайтов. Вот касательно этого, ну уж 100%. Обновляю сайт. Просто хочу, чтобы у меня сейчас появились звуки. Без звуков играть, как говорится, себя не уважать. О, у меня есть бесплатный кейс. А чем уж откроем? 2 открытия. 1000 рублей? Ни хрена себе. Ну нет, давай, наверное, на потом оставим. Потому что сейчас, если я его открою, меня еще окупит. Вы мне скажете, типа, пред. Но это нечестно. Ты начинал ролик с 500, открыл кейс за 1000, тебе выпал нож. А ты потом скажешь, что ты поднял нож с 500 рублей, согласен? Тут не совсем честно. Поэтому давайте сейчас будем пробовать вместе с вами выбить неоновый гонщик. И у нас будет 3 попытки еще. Если не выпадет, будет пипец проблема. Ну, в любом случае, у нас есть бесплатный кейс плюс бонусы. Поэтому, если даже сейчас ни одна пушечка не вылетит с майнинга, одна вылетит. А сколько она стоит? 500? 582, обалдеть. 837, ну я думаю, с ним пора заканчивать, потому что я думаю, что больше не выпадет. Давай хроматическую аберрацию на 2 раза. Так, чисто, знаешь, со 123, если выпадает пушечка, мы ее забираем и идем дальше. Чтобы не было вот этого, знаешь, вот чересчур много внимания кейсу уделено. А то вот так вот иногда закручиваешь кейс, он тебе сразу окупил, а потом ты такой, типа, ну, вроде хочешь еще, открываешь еще раз, потом еще раз, и дроп все меньше, 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 меньше. Обязательно поставь лайк, если у тебя так было, и напиши комментарий, я прям прочитаю. А потом ты смотришь, у тебя уже баланс в нуле. Поэтому 2 раза открыл, хроматическую операцию получил, продал. Нормально. 900 рублей на балансе. Нормально. Сейчас какая-нибудь механочка выпадет, например, эмочка. А ты думаешь, может не выпасть? 2484 рубля, а мы открываем за 123. А на секундочку, с этих кейсов я выбивал, наверное, все, что возможно. Просто вопрос количества денег, которые ты готов здесь похоронить. А? С первого раза не вылетело. Ну, кстати, с прошлых тоже с первого раза не падало. Падало со второго или с третьего раза. Если сейчас нам выпадет темочка со второго раза, это будет не то, что замечательно, это будет... Да ладно! Просто количество... А, выпало! Выпало, выпало! Нормально. 549. Количество механок, которые сейчас летело в конце, они вот так вот все разъезжаются, и ни одна тебе не падает. Ну вот одну я даже не заметил, она упала. Хорошо. Но там было очень много. И уже 1300 рублей. Нормально. Сейчас неоновую проверяем. 123 рубля туда закидываем. И мне падает АВП. Вот давайте что-нибудь хорошее. Вот 2000 рублей дроп. Я сразу ставлю его на вывод. Алло, мужики, ну хватит скамить меня. Я пришел побеждать. Неонуар пролетает. И М-ка, да? Да, отлично. 800? 500. Блин, дешевая. Я думал, почему-то подороже она. Ну, опять же, видишь, неонуар М-ка, она в зависимости от качества. То есть, если качество у нее чуть-чуть получше, она стоит подороже. Но просто я, когда в основном выбивал на всех сайтах эту М-ку неонуар, она стоила 800. Поэтому у меня такой отпечаток остался. Ладно, все. Не хочет окупать, мы пойдем дальше. Ничего страшного. Открыли здесь, открыли здесь, открыли здесь, открыли здесь. Сейчас хайпер. Вот хайпер, это самый крутой кейс, который только здесь есть. Короче, если выпадет сейчас какая-нибудь хайперулечка, это будет стоить минимум 1500. 2
Вот это я нахвалил кейс. Мне скоростная нова за 2000 упала. Все, у нас 2000 плюс 1400. Мы еще не успели проверить майнинг кейса, у нас уже 3500 рублей. А давай теперь вернемся в кейсе, который мы не могли открыть. Хотя нафиг он нам нужен, да? Вот я хотел NFT открыть, 600 рублей. Нафига, у нас уже 3500, мы уже перешли этот рубеж. Можем МК открыть. Вот, допустим, вот это можно. За 330 просто попытаться выбить нож и сразу поставить его на вывод. Ну и, конечно, сейчас нужно будет зайти в майнинг ножа. Потому что если сейчас выбьем нож хотя бы на ваху, это будет чересчур круто. Ну, кстати, фигня какая-то выпала, вообще ни о чемная. Ладно, я ушел. Сразу, я вот прям сразу понял, что вот пахнет грязными писюнами. Но сейчас должно запахнуть получше. Потому что у нас будет 4 попытки с 3000 рублей выбить какую-то наваху. И если у нас это получится, ставлю на вывод. Мужики, поддержите лайком, залетайте в телегу, там розыгрыш ножа, принимайте участие сразу. Ну а мы сейчас... выбиваем нож и выводим его. Ну и конечно не забывай, что если будешь играть, используй промокод папа, самый рабочий и самый окупаемый промокод. До завтра.